Одним кратером больше. Глубокая яма образовалась в среду утром на перекрестке улиц Александра Челбуна и Георгия Кожбука. Приехавшие на место рабочие АПО канал Кишинев заявили, что это произошло из-за прохудившегося водопровода. При этом за три часа им так и не удалось найти источник протечки. Проблемный участок мы пока не обнаружили. Не мешайте нам выполнять работу. Появившийся кратер затруднил не только дорожное движение, но и стал препятствием для пешеходов. Не только здесь такое происходит. У нас во дворе уже 4 раза похожее было. Чуть прикроют, и как пойдет дождь или припаркуется машина, снова возвращаются и копают. Никакого качества. Плохое качество делают. Больше ничего не могу сказать. Это обязательно. Он должен кушать. Такая напряженная трасса, что нужно будет. Я смотрю, они уже приехали и делают. Так что все хорошо. Пресс-секретарь АПО канал Кишинев Надежда Фатеску говорит, что авария произошла из-за погодных условий. Подобное часто случается в холодное время года, когда температура резко снижается. Тогда и лопаются трубы. Наши рабочие быстро прибыли на место. Они устраняют последствия. Сообщается, что после ремонтных работ участок заасфальтируют.